Чё, будем стрим? Да, будем стрим. Может, надо было деньги вначале взять? Надо. Я не взял деньги вначале, вот вы лох вообще. Так. Я не знаю, как это просто спидранить. Это просто... Я не знаю, здесь тупики всякие, мне просто должно еще повезти. Спрыгивай! Из-за веревки не всегда спрыгивает. Ай, тупик! Ай, беги! Ааа, лучник! Не элитный, но тем не менее лучник. Да спрыгни куда-нибудь. Ха-ха-ха. Куда идти, блин? Тупик, что ли? Еще кого-то убивать, он блядь. У меня одна сфера есть. Хоть будешь что вкинуть. Вау! Чё? Да, это будет самое быстрое прохождение от Динсанов. Да уж, быстрое. Потому что надо было на элитку нарваться. Он меня убьет сейчас нахрен. Бей! Вот, вот! Вау! Нифига, эпик! Головешка третьего уровня, сразу лук нафиг! Лук? Ржавый меч оставить? А чем ты вблизи будешь бить? Так, окей. Дайте сосредоточиться, понять, где, куда. Все, можно уже не спидранить. Уже 2 минуты прошло. Ну да. Чертеж! Так, наверх. Ого, чертеж классный. А где кнопка? Двойной арбалет. Ого, хочу. Чертеж. Еще один. Ну, такой скиллап. Это уже второй скиллап на этот уровень, да? Да. Красная. Я красный выбираю. Брутальность. Я буду брутальным Динсой. Давай теперь искать. Сундучара. Искать и бить всех. Надо полностью зачистить уровень. 9 клеток есть. Да, кстати. Есть смысл. Граната. Учись пользоваться гранатами. Да, блин, слишком много кнопок, я не умею. БДИщ. БДИщ. БДОщ. Так, теперь смотри внимательно на эту. Сейчас до тупика дойду. Надо будет на карту посмотреть просто, куда идти. Ну вот, дальше не могу, вот туда. Не допрыгиваю я. Вот сюда. Бзынь. Сейчас надо идти и бить всех. Красиво. Хочу всегда так играть. А не как ну. Ага. Ледяная граната замораживает жертв. Замедление после оттаивания действует 4. Да, к сожалению, денег у меня нет, и надо было хотя бы вначале деньги взять. Ага. Убежал. Хрен знает куда. Обычной гранатой финишер. Быщ. Та головешка у меня прикольнее была, она сразу с гранаты шла. На. Ах ты ч. На. На. Чё это за... Потереть? Ну это тоже чё это вообще? Со скиллом каким-то связано или чё? Чё?
Смотри, как здорово. Ой, мне нравится. Майти. Ха-ха! Не всегда спасает. Классно. Фаниться можно, да? Лишь бы не умереть при этом еще, а то у меня что-то бутылки нету, ага. Да и еще оглушила его. Нет, не надо. Платили, проваливай. Проваливай нахрен. Блин, как шустро. Дыщ! Мясо! Ой, головешка, это для меня все-таки открытие. На, на. Ай! Я хоть частично немножко теперь уклоняюсь. Так, мы весь уровень исследовали. Да здесь в самом начале дохренища просто мобов. Мне лень возвращаться, у меня нет бутылки, поэтому я пойду дальше. Боюсь, помру. Жаль, нельзя просто взять и переиграть уровень. Хотя можно умереть. Один раз пройти уровень, если хорошо играть. Чё попробую на этот еще пройти его. Красный? Вот комбо брать. Сразу применить. Но тебя и так лечит. Звуки боли. Играть на джойстике одно удовольствие. В любую игру, блин. Так, лучник это первый мини-босс, типа. Мини-босс. Бдыщ. Он не просто элитный. Он тут сюжетно элитный, тебе надо его победить, с него выпадет артефакт. Я открыл дверь! Спокойно! Впервые в жизни он спокойно открыл дверь! Отвали! Отвали! Ха-ха-ха! Получил? Получил? Пиротехникой по морде. Ты. Я теперь Рамштайн! Чего? Я этот уровень вообще весь зачищал от мобов. Только было бы толк в этом, я просто не смогу пройти и все. Буду... За всех дали 24 бед. Зачищать, зачищать его, а потом все равно сдохну. Я не умею пока. Заберешь 20. Сколько там надо было? 13 что ли бед? Или 12? 12. Вот соберешь 11. Ай. Нехрен. Вот как надо. Так можно не заметить скиллап. Ну что, первый берем? Еще брутальность. Брутально я есть хочу, спасите. Там элитного моба забацать. Посмотри на карту. Стрелочками можно рубить. Вот здесь вот не был. А, это разве не таймовер этот? Ну, то есть там, где... Короче, ну, дверь это. О, я могу поднять камеру. Да неужели? Эй! Выпрыгните меня! Выпрыгните меня! Я уже все подряд нажимаю. Ты лосось. А что за статую не осматриваешь? А что будет, если... Ну, статуя короля острова. У которого шлем, короче, такой, что он ни хрена из-за него не видит. И чё? Всё, а? Я просто искренне не понимаю, это что-то даёт вообще мне? Если даёт, то я просто не умею. Окей. Я лосося и нуб и так далее, но я не понимаю, что это мне даёт. Ну, кроме, может, сюжетного интереса какого-то, может быть. Платформинг. Вообще без проблем. Опа, 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 опа. Дзынь. Чё это? О. Ну у меня фиолетового тут ни хрена нет. Хиты возьми. Возьму хиты. О. О, 400 хитов у меня столько не было ещё ни разу. Ой, не у я. Ну теперь же тебя лучник не убьёт. Убьёт.
Как вот эту длинную яшку там достать, а? Подняться. Ха-ха! Ага, вот именно. Затрален. На, на, на! Опа, по морде, по мордасик. Ай, ай. В разные стороны просто раскидывай. Не могу в того прицелиться. Во. И гранатой обычно лимонкой давай. Фью. Бим-бим. Я же еще резаться умею. Ох, как же шустро играется на джойстике, да? Нет! Неуязвимый! Неуязвимый, блин! Сейчас с двумя будешь сражаться. Вперед! Кидай в него как-то. Понеслось! Где они? Почему они меня больше не преследуют? У тебя баф пропал. Два! Посмотри, два шарика! Охренеть, как вообще полезно, много. Так, где вход? Ну что, там слитки много выпадет. Смотри только, чтобы он тебя не убил. Ха-ха-ха-ха-ха. Смешно. Time for a knuckle sandwich. Ты к чему сейчас вообще? Давайте свою элитку сюда, пожалуйста. Оживший лучник. Знаешь, помогает уклон. Помогает, но блин, он слишком часто стреляет, я не успеваю. Да он сдох уже, по-моему. Да нет, ничего подобного. Килься. Прямо во время атаки. Он слишком часто стреляет, еще и ко мне приближается. Он сдох! Он сдох! А тут не. О, легендарка выпала! Ничего живого тут не осталось случайно. Что за неизвестный артефакт сюжетный? Да. Я бог. О, о, Space. Ага. А это? Легендарный щелкун. Вот, понимаешь, он мне нужен? Да, он мне нужен вместо вот этой ржавой хери, которая у меня здесь, да? Ржавый меч. Ну-ка, эскейп, что дает? Так, урон без цвета применяется самый высокий уровень. 50% урона, когда у вас максимальное количество здоровья. Ого. Жертву замораживает других врагов. Бросает гранату! Вот! Вот спасибо! Вот просто! Вот... Бей щелкунчик. Вот, вот. Ха-ха-ха! Главное сейчас не сдохнуть и пройти еще куда-нибудь. А, все, мне типа обратно выход искать из зоны. Че это? Применить. Иди кнопка R. Вот как он теперь умеет. Наконец-то. Теперь всю жизнь буду это уметь. Если сдохну там и так далее. Будешь уметь. Еее. Дайте отдышаться. А здесь не могу. Видишь, здесь нету ничего такого, чтобы его поставить. Есть только двери, которые пинком открываются. Ну, я просто, мне интересно, Роза это что дает? Что? Просто. Отвали. Да отвали. Вот. Псина. А, еще умрешь. Блин, из-за цветки экрана я иногда не вижу стен, лол. Просто окей, а выход из уровня-то где? Вот здесь по-любому что-то. А, и опять эти. Вышел такой. Раздолбать нахрен молотком! О! Эй! Я...
Ничего себе. Е, божественный. Что за... Меня телепортировало. Ну почему бы и нет? Ай. На, ого, классный-то как. Ну, фляга пустая, у меня здоровья мало. Пол жизни всего. Ни хрена не вижу. Мне нравится. Пожалуй, плечами такой, чё? Бешеный. Быдыщ! Опа! Ничего не надо из этого. Пошло оно все. Так это все, что ли? Не. Телепорт. Куда? Туда, вон, с самого начала там ничего нету, да? Опять. Я не знаю. Просто ай, все. Сзади ударил. Вообще мне нравится эта игра. Лохуций. Она такая, понимаешь, разнообразие какое-то все равно есть. Ты играешь одно и то же миллион раз, но ты все равно по-разному это все играешь. Там предметы. Ха, неуязвимый боб. Ах ты ж! На тебе, на тебе! Все, остальных можешь жарить нахрен. Когда мне уже дадут пополнить банку, а? Отстань! Так, чё, капкан? Возьму, потому что, ну, ловушка одна. Чё бы мне вторую ловушку не взять, ага? Полетели пиротехникой кидаться! И бомбы еще тоже. Дым. Или бы говорят, нет. Бомбомет с бесконечным боезапасом. На! И! Сзади остались мобы. Вот там. Да. Я уже не так боюсь вот эту всю эту ерунду. Бомбочкой просто спокойно и не меняя выражение лица, так просто в морду. Опа! Ах ты ж прирезал! У нас тебе, видишь, баф над головой. Отстань! Блин, мало здоровья. Мне пополнение какое-то нужно. Ну или выход с уровня найти. Там внизу что-то есть? Нет? Подожди, я на карту смотрю, пытаюсь понять, где. Здесь что-то есть. Это телепорт у нас обозначается. Мне кажется просто, что там вниз что-то есть, как бы, какой-то проход, да? Но, блин, лучше идти только вперед. Я скоро сдохну. Уровень дофига длинный. Ха! А? Шипы! Ой. Серьезно? Как я это пройду? С разбегу. Я боюсь. Фу, пронесло, что это не этот, не тот. Это элитка! О, нет! Ну закидывай его отсюда. Он быстро будет кидаться. Гаси элита. Чё сел? Чё ты танцуешь? Чё сел? Он за мной идет, нет? Я не вижу. Где он? Не говорите, что он сдох. Где элита? Это не элита. Или элита сдох и от него все исчезло, а? Ну что-то лута не было. Да. Ой, зря ты так. Ты башни сейчас упадешь и разобьешься.
По-моему, урона не будет, если я упаду. Ух, вот эти хоть сосредоточиться. Телепорт? Чтобы это сохранёнка была. Будешь проверить, что с ним? Ну, хотелось бы, конечно. Там какая-то комбо. Ой. Улетел. Опа. Давайте хитулечки мне, а. Чё, берём брутальность? Видишь, процент не, ну, как бы, не сильно большой. Разница небольшая. О, там неуязвимые мобы. Нет. Можешь бить на эту комнату. Слишком опасно. Да, для моего здоровья. Я бы дальше... Ну, блин, так интересно. Мне был бы кек, если бы он мне сейчас мобы сюда принес куда-нибудь. Шипы могут быть. Осторожно. Я вижу кишки разлетевшиеся. Мне нравится. Мне это что-то напоминает. Quake 3, ага. Неуязвимый. Неуязвимый, бегают. А! Кинул. Собака такая. О, может так вот подпрыгнуть и в прыжке поставить капканы? Они упадут и подамажатся. Капканы на Q, а где это? На! Всё, теперь того закидывай. О! Опа! Дамаг. А, мне показалось, что это элита. Это на самом деле... Он в капкан попал и задамажился. А, он за мной не идет? Шипы? Да не идет нифига, он открывает две кнопки. Тихо. Я боюсь. Здесь нет элитки. А? Что происходит, а? О, наконец-то прошел до тюремных башен. А внизу что? Ну, в смысле, что там? Ну, я не могу, потому что, видишь, здоровья очень мало, я сдохну. Третий уровень. Уже проходит дальше. Дальше. Ой, ай, ой, ой. Ну-ка, что это? Ух ты, ну что, берем? Ну, конечно, берем. Зажимай. Уе. Фляжечка. Серебряная фляжечка. Что, запасы золота теперь копить? Не знаю, посмотри, что есть. Так, стартовый лук, стартовый щит. Случайное оружие ближнего боя. Переработка, привоз товара. Охотничья граната. Двойной арбалет, вау, классно. Складная ловушка, тактика. Прикольно. Неплохой, но слабый какой-то по дамагу. Брутальность. Широкий меч. Надо всякие оружия, они нужны. Но это лучше, чем начальное оружие. Быстрый лук неплохой, если лучника хочет. Просто... Ну... Вот я все, я мне головешку и все, мне уже лук не нужен. Я не знаю, наверное, запасы золота надо... Я еще сдохну миллион раз, поэтому, наверное, будем запасы золота пока качать. Да. Уж первый уровень я смогу пройти с тем, что у меня будет. Ого. Че, боеприпасов у меня нет никаких? Это не берется? Или оно у меня... А, нет. Оно у меня не взято, но оно не берется, заблокировано. Кек. Он хиты может добавить. Только хиты остаются. Просто больше нет ничего. Вот уже хитов много. Да, у меня уже есть хитулечки.
Фух, банка, ура. Две фляжки. Знаешь, какое зелье? Зелье. Угу. Слушай, мне страшно. Можешь рассказать мне, как бить босса. Однажды какой-то бедолага попытался перелезть стену, соединяющую башню, в попытке сбежать. Он умер от истощения, пока лез, так что стражники так и оставили труп на стене, в назидание остальным. Так что, стражники заранее знали, что он умрет от истощения. Настолько высокая у них башня. Ой, я случайно. Я кнопку вверх нажимаю, когда вверх лазю, а вверх у меня это кинуть колючку какую-то. Ну, хоть автоматически, случайно я буду иногда использовать. А! Да где головёшка? Ого. Куда-то упала вообще, не знаю, куда. Вот, я не дойду до босса. Ага! Нет! Еще играть не начал, а уже 3 жизни потерял. Да блин, я выбраться не могу туда. Мне вниз, мне сюда, да, я знаю, но... Ничего, что за платформинг здесь? Как в этого мага попасть? Он гадина так стоит, хорошо, что я в него головешкой попасть не могу. Случайно высрал ловушку. Встань рядом с ним и ловушку поставь. Нет ловушки. Ай, ай. Сейчас сдохну. Все. Да, при двух лечебках еще бы умереть сейчас. Хер тебе. Вот он... Да, вали, дай мне сосредоточиться. Подшопник четкий. На. И вот все равно же. Я не смогу в него головешкой попасть. Жесть. Может, научусь гранатами пользоваться. Я прошел тюремные башни со второго раза. Мамочки дорогие, я просто уже устал от яг. Кого-то размазала. Да ну вас нахрен. Это типа мы бежим из тюрьмы, а сами мы кто? Чё-то слизь, блин, зеленая. Мы узник. Узник, ага. Узник. Узник. Ты смотришь на этого лучника, как на говно сейчас? Просто. Этот лучник может тебя убить. Этот? Вряд ли. Он там живой! Это что-то живой за мной летит! Айл. Я не знаю, что там было. Если там было что-то. Страшно падать вниз. Падай вниз, там безопасно. Ты мне правду говоришь? Ты зачем? Я же не пройду далеко так. Тебе хилиться надо. Это натурален. Да нет, не надо так. Капкан давай. Где он? Вот, все, их дамажит. Лимонку туда давай. Дыщ. Учи меня играть. После того, как ты меня подставил. Я себе да еще... Да спрыгивай ты, а потом бей молотком. Вот. Правильно. Скелетик милый. Нельзя падать. Ой, здесь можно падать. Ай! А! Мне здоровья нет! Пить. Пить! Бухать! Замораживать! Замедленно. Честь тебе взорву. А где молоток?
Блин. Ай! Да вылетай уже сюда, ну, не хочешь? Как хочешь, тебе и здесь прибью. Ай, я не справляюсь, все, у меня сил не хватает. Но он не упрыгивает, потому что слишком высоко. А-а-а! Колбасы кусок. Все, я настолько уже устал, что я уже не могу больше. Ты не пройдешь. Страшно! Мне, блин, страшно! Лах! Ай, я боюсь туда падать. Я вижу мост. Ну, мостик. Ага. Дай мясо! Мясо! Он бы меня спас, но у меня очень мало здоровья. А с мобов может мясо выпасть? Да, там очень редко выпадает, да. Бывает. Люля-кебаб. Видишь, все ниже и ниже спускаешься. Катакомбу. Сундучара. Сейчас мобов тут. Ого! Ну-ка. Как с этим бороться? О-о-о. И вместо чего мне это брать, не стесняясь спросить? Если головешек. Ты думаешь, я... Ну, я один хрен сдохну, конечно, попробовать можно. Вау. Серьезно? Это же этот! Ну-ка, скажи, как называется. Саб-Зиро. Саб-Зиро. И атака как называется? Я знаю, что Саб-Зиро. Никто не знает, как называется эта атака. Лучше пожрать дали. Ты поднимаешься, телепорт есть снизу. Опс. Свиток старший. Стоит забирать? Да. Щиты даст. Тогда пешком пойдем. Я постоянно вверх нажимаю, у меня всякие ловушки разлетелись в разные стороны. Хиты пополнят мне? Вот для фиолетовых. Да. 1200 хитов. 90 из 1200. Из 1200. Ой, опять вверх. Не допрыгиваю. Да, где Саб-Зиро? Ага. Теперь вот стоило телепорт использовать. Вернуться обратно, ага. Слева бомбу случайно. Ну, бывает. Я просто все подряд жму. И все. Просто затаив дыхание играешь. Просто уже нет смысла дальше играть, затаив дыхание. Тут босс, ага. То есть у меня нет шансов уже. Ловушки раскидывают. Но если даже на элитку не нарвешься, то можешь попытаться дойти до конца уровня. Так, Саб-Зиро у меня вверху, здесь у меня молоток, ага. Видишь моба, сразу Саб-Зиро его. Саб-Зиро его. А потом бей. Фух, ну-ка. Это лучше твои головешки, я думаю. Нет, головешка очень хорошая вещь. Берешь сейчас, сабзиришь лучника. И по жопе ему, молотком. Мне сверху прилетело чем-то! Сверху! Опять тюремный камер, ну что, дальше играем?